Не кидали дача, они тоже не кидали флэ, они просто ушли с банана. На ровном месте здесь команда NAP получает себе два фрага. А зачем? Дальше, и начинается здесь просто убийство. Блейм убирает Флопски, Блейм там забирает еще и Глейва, в итоге 4 в 1, Блейм последний должен погибать. Вот что значит сыграть на размен. Это я про команду NAP. Они ждали, когда атака будет с ними играть на размен, но не дождались. Не, ну это какой трусливый пистолет на раунд получился. Я не понимаю, ну максимально... то есть смотри, ты выходишь на дугу, чел на песках, вернее не на песках, на машине, на стене не пикает. Очевидно, что он стоит на кафеле, если там на кафеле ты даже не встречаешь Блейм один в один! Что Воу. За фид? NIP, куда? Зачем, парни? Ой-ой-ой. Он если нашел последнего, последним... смачок, пытается уползти, а бомба на банане осталась. Да. Он пытается его дезориентировать. Все, не нашел. Скорее всего, Блейм сейчас поймет то, что тот побежал очень быстро на базу Б. Но Блейм... Блейм в эти самые секунды тоже мчит на базу Б. Рес его, скорее всего, сейчас услышит. Блейм пытается пройти. Перестрелка на дальней дистанции. И Блейм! Что это было? NIP! NIP! Это Ace? NIP! Это NIP, Алексей! Вот он! Тренер, что делать? Что делать? Пацаны, я не знаю.